месяца прошло со времени освобождения города от фашистских оккупантов. Многое сделано за это время для восстановления Калинина. По двум основным магистралям пущен трамвай. Идут занятия в школах. Калининцы свято чтят имена своих доблестных освободителей. Всегда будет жить память о славном танкисте, герое Советского Союза, майоре Лукине. Он пал смертью храбрых в боях за город. Все жители Калинина участвуют в восстановлении своего города. Разбираются разрушенные здания. Кирпич пригодится для новых строек. Входит в цехи пролетарки, старейшего предприятия города.